17 декабря сотрудники отделения ГАИ Пружанского РОВД провели социальный эксперимент, за которым наблюдали журналисты районных будней и телеканала «Пружаны ТВ». Целью эксперимента, который проходил недалеко от деревни Слободка, было выяснить, готовы ли участники автомобильного движения оказывать помощь на дороге, в данном случае при поломке автомобиля. Можно сказать, результат оказался положительным. Практически все водители останавливались с целью предложить помощь. От поломки автомобиля никто не застрахован, поэтому не будьте равнодушными на дороге, особенно в осенне-зимний период, когда сложные погодные условия создают наиболее неблагоприятную дорожную обстановку.